Это ведь не Киркоров поет. Я у него сейчас красивый этот петь. Я говорю, сейчас мы с ним только знакомы, не подумайте ничего. Мы только знакомы, едва. Но песня у меня про снег вообще умереть, если не стать, если только переписать. Ну вот. Я сейчас вам спою песню. Как тут удобно вообще, самая классная сцена. В моей земле хорошо, здесь поудобнее. Хорошо. Вы будете ругаться, если я буду расскажу вам историю? Нет. Хорошо, потому что без этой истории, это, я обещаю, еще месяцев пять, ребяточки, клянусь, все, в Чикаго больше я не рассказываю историю. Это он говорит, я тебе верю, но не очень. Опять врешь. Ну вот, мне подарили диск, один политический, действительно, один политический деятель, хороший человек, потому что любит народное творчество. Мне он нравится. Не скажу, кто, не надо. Он мне подарил диск и говорит, Лена, послушай, пожалуйста, диск, там четвертая песня прямо напред тебя. Я говорю, хорошо, обязательно послушаю. Прихожу домой, включаю диск. Это сейчас не шутка, это реальная правда. Я включаю диск, на диске четвертой песни слушаю. Там такая песня, помоги мне, что реклама. Там 18 куплетов. Люди, не думайте, я вам 18 не буду. Там двух хватит, поверьте. Чтобы вы понимали, это там поет человек, казак, и песни, я его лично видела в лицо, это действительно, вот он казак. Песни Верхнего Дона. Старинные народные песни. Вот там такая песня про меня. Я как дайка. Дальше там хуже, но просто вот с одним фаршем. Я надену красивое платье. Как точно? И луна станет ярче светить. Дальше хуже. Я не обиделась, потому что взрослый человек и старше меня намного, что папа всегда уже взрослый начальник всегда прав, поэтому я поняла, что спорить бесполезно, задавать вопросы, почему он считает, что она про меня, тоже не надо, потому что можно получить и ответ, знаете, нехороший. Вот, я дослушала весь диск до конца и нашла песню, вот, и нашла песню, над которой я ревела, вот, ну, правда, я плакала. Потом я задала вопрос, что ты ревешь, там вообще не про тебя. Там ни единого слова про меня нет. Вот я сейчас вам спою песню, а после этого уже спою свою собственную песню, которую я написала. Вот. Мне мало было той эмоции, что мне себя жалко в этой песне, народной. Мало, надо еще больше. Да, там главный герой, я его отправила, я долго думала, на сколько лет ему отправить в солдаты. Долго не взяли, я на 25 его составила. Так, чтобы я ощутила, как долго ждать. Зато, кстати, так раньше и ждали. Ну, давайте. Правильно, Саша, правильно улыбается? Он так не знает, я не улыбается. А что? Давайте. В саду преодоления. Дело ворота.
И снова я.